Вертелевка. У этой малой реки большая проблема. На сегодняшний день она замусорена спиленными деревьями, а к 2024 году может и вовсе исчезнуть с лица земли. Наступление весны – традиционно период обнаружения проблем на водоемах. О тяжелой судьбе реки Вертелевки, которая находится в поселке Константиновка, поговаривали уже давно. Однако вопрос ребром был поставлен совсем недавно. 27 марта в Казани на деловом понедельнике начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов выразил обеспокоенность по поводу текучего водоема. Несмотря на предпринятые противовалковые меры, пока еще не решен вопрос населенного пункта Константиновка в районе строительного рынка. Река Вертелевка завалена спиленными деревьями. Рустам Ефимович, мы просим дать соответствующее поручение, иначе на следующий год мы реку Вертелевка исчезнет из карты города Казани. По словам специалистов, малые реки и ручьи находятся в рискованном положении. Почти все притоки реки Казанки в черте города высыхают. Климат, мусор и порубочные остатки в виде веток и деревьев препятствуют течению воды Вертелевка. Это небольшой приток, который подпитывается тоже от ключей со стороны, в районе поселка Константиновка, со стороны, значит, ключи это идут со стороны Белянкинского леса, который сейчас там где-то местами застраивается. И эти, его, так сказать, ключевое питание, оно очень небольшое. А роль у него такая важная достаточно. Он, видите, он приток притока реки Казанки, а река Казанка – приток Волги. То есть он, получается, приток третьего порядка у нас. Пресс-служба администрации Советского района Казани, в свою очередь, заявила, что никакой угрозы исчезновения реки Вертелевки нет. В настоящее время в ее русле проводятся плановые работы по обрезке деревьев из-за многочисленных обращений от жителей поселка Константиновка. После выполнения все лишнее своевременно вывозится, а реки очищаются от мусора. Чтобы сохранить вот такие небольшие малые речки, небольшие ручьи, в условиях города нужно в первую очередь создавать им хорошую зеленую зону, вот, не застраивать их там, не до уреза, не заваливать деревьями, там, не заваливать мусором и грязью, только тогда мы можем их сохранить. На сегодняшний день в Советском районе протекает порядка 42 километров рек. Все они обследованы. Ведется круглосуточное наблюдение за уровнем воды для оперативного реагирования на возможный паводок. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Универньюз.